Всем доброго дня! У нас сегодня на обзоре электрический автомобиль Bike EX5 в кузове кроссовера. Значит, автомобиль абсолютно новый, идеально подходит для эксплуатации на российских условиях. Запас хода порядка 420 километров у него. Пробег автомобиля на сегодняшний день составляет 168 километров. Вот, у автомобиля есть вот такой вот люк, прекрасный панорамный. Вот так он выглядит внутри. Вот здесь у нас под крышечкой два порта зарядки, ускоренный и обычный порт зарядки. Вот, довольно-таки приятное внутреннее пространство. Вот здесь у нас переключатель-селектор. Это у нас рекуперация, уменьшить, увеличить. Паркинг. Это у нас спорт-режим. Это у нас автохолд. Значит, здесь климат-контроль. На руле полностью управление музыкой и климатом. Салон матерчатый. Вот. Вот такая вот у него. И, значит, чем я вас хочу порадовать. Значит, у него здесь сразу два зарядных устройства, как у любого телефона. Одно обычное зарядное устройство. Второе зарядное устройство более мощная на 32 ампера, которая позволяет заряжать эту машину за 6 часов. Значит, в багажнике вы удивитесь, но там есть полноценное, полноразмерное запасное колесо. Так что, дорогие мои друзья, вот такой электромобиль находится в наличии, абсолютно новый, и мы готовы принимать заказы на поставку этих автомобилей вместе с комплектом запасных частей, которые могут понадобиться в любом случае, и также на техническое обслуживание и установку зарядных станций. В общем, welcome в Россию, абсолютно народный электромобиль в кузове кроссовера.